Всем привет! Сегодня расскажу про такую замечательную вещь, как Synology Web Station. Synology Web Station нужна для того, чтобы разворачивать на вашем Synology NAS сайты. Видео будет разделено на несколько частей. На первая часть это вот такая вот обзорная небольшая. Потом покажу, как установить все необходимые пакеты, какие и какие пакеты. Потом запустим первый сайт на Joomla, потом запустим второй сайт на WordPress. Ну и подведем итог. Итак, поехали. Synology Web Station. Вот его характеристики. То есть поддерживает Nginx, Apache 2.2, Apache 2.4, PHP всяких 5, 6, 7, там 7.2, 7.3. Ну, по-моему, PHP можно еще... Тут не указано 7.4, точно можно. И, по-моему, можно установить свои. Вот такие поддерживают базы данных. И, соответственно, вот управление виртуальными хостингами, да, там всякое. Я ссылку приложу в описании, почитайте. Из этого интересного надо отметить, что у каждого пользователя в своей личной папке можно создать папочку 3W, и это будет его сайт личный. И он там сможет без всяких яких разворачивать свой сайт. Ну, почти без всяких яких. Есть всякие ограничения, допустим, PHP 5.6, Apache только 2.2, и вот. Да. И той же учетной записи должны файлы принадлежать. Ну, это так. Короче, я не знаю, как этим пользоваться. Честно сказать, даже не заморочился. Но имейте в виду, что у каждого пользователя, независимо от чего, если вы поставите дополнительные всякие вот такие пакетики, будет свой личный сайт в папке 3W. Окей. Погнали к установке пакета. Также у Synology есть готовые пакеты WordPress. Вот он у вас перед глазами. И Joomla. Вы можете установить, не делать все эти шаги, которые я покажу далее, а установить не только вот этот пакет, или тот пакет, или оба сразу, и в принципе у вас все будет работать, вы зальете сайт, и он запустится, но ходить по нему по доменному имени вы не сможете. И эти пакеты мне показались больше так для, ну, действительно, для тестирования какого-то сайта своего. Ну, допустим, когда вы его делаете, ну, не то чтобы ходить потом на него, реально будет проблематично. Можно будет заходить по нему только используя доменное имя вашего Synology, слэш Joomla, или там слэш WordPress. Тогда вы сможете попасть на вот эти сайты. Но я говорю, лучше установить WebStation, и уходить уже нормально по доменному имени. Заходим в наш DSM, центр управления пакетов. Первое, что нам нужно, это установить базу данных. Я установлю базу данных MariaDB. Устанавливаем. Запомните, при установке она попросит ввести у вас пароль пользователя root, ну, то есть администратора базы данных. Этот пароль должен быть сложным, и обязательно запишите его. Иначе после этого будет очень сложно все восстановить. Устанавливаю сложный пароль. Порт я оставляю без изменений. Запустить после установки. Конечно. База данных установлена. Переходим к PHP. По умолчанию установлено, ну, если не установлено, то установите 7.2. Это как базовый PHP в Synology. И я еще рекомендую поставить самую свежую PHP, которая есть, это 7.4, чтобы, потому что она еще поддерживается разработчиками PHP, и такая Joomla, допустим, не будет на вас ругаться. Ну, то есть там в этой версии PHP меньше устраняются уязвимости. Поэтому желательно, если вы делаете новый сайт, сразу делать на самых свежих версиях вот программы, этого программного обеспечения, да, чтобы потому что все вот эти системы управления, они затачиваются, ну, так как они свежие, новые, они затачиваются под свежие новые эти версии всяких PHP и веб-серверов. Все, PHP 7.4 я поставил, установим WebStation сам. Вот он как раз здесь уже сейчас отображается. WebStation установлен, установим phpMyAdmin. Он нам понадобится для того, чтобы создавать базы данных для наших сайтов. phpMyAdmin установлен, установим Apache, это веб-сервер. Установим 2.2 и установим затем 2.4. Устанавливаем разные версии Apache для
совместимости тех или иных сайтов, потому что те или иные сайты могут быть совместимы с версией 2.2, а другие несовместимы с версией 2.2, а совместимы только с версией 2.4. Итак, у нас все это дело установлено. Можно открывать их через приложение, да, вот прям отсюда запускать и PHP MyAdmin, и WebStation, и MariaDB. Ну, у MariaDB там особо настроек немного. Да, мы только можем включить TCP/IP, сброс пароля root, кстати, которого, если вы забудете, да, и сброс всех баз данных. Вот. А вот у PHP MyAdmin, вы, если его запустите, вы сразу на него попадете. Ну, в моем случае, конечно, этого не произойдет. Тут нужно указать IP-адрес моего Synology. Я сейчас его запишу. Вот мы попали на сайт PHP MyAdmin. Пока его отложим. Итак, что нам теперь понадобится? Заходим в папку. Не в папку, в панель управления. Папки общего доступа. Здесь есть папка, появилась папка веб у вас должна была. Нажмем редактировать. Разрешение. Разрешение. Локальные группы. И здесь вам надо отметить чтение и запись у группы HTTP. То есть по умолчанию стоит только чтение. Вам надо поменять галочку на чтение и запись. Поменяете галочку, нажмете ОК. У меня уже эта галочка стоит. Тут все. Переходим в WebStation. Открываем наш WebStation. Центр пакетов можно уже закрыть. Вот он открылся. Мы видим все, какие версии PHP веб-серверов у нас установлены. Один, кстати, стоит по умолчанию. На нем работает сам DSM. Общие настройки. Выбираем по умолчанию. Ну, я обычно ставлю Nginx и вот здесь PHP. А, PHP не сконфигурирован. Давайте настроим PHP. Если вы устанавливаете первый раз, у вас тут все будет. У меня просто не совсем тут, не совсем первый раз, далеко не первый раз. Поэтому я их удалял, и мне их нужно будет создать. Заодно посмотрите на тот случай, если вы тоже их удалите. То есть тут пишем, допустим, PHP 7.2. Тут можно тоже PHP 7.2. И PHP 7.2. Включаем кэш. И я обычно включаю все вот эти штуки-дрюки. Я, честно сказать, не знаю, для чего они нужны. Если честно, я профан в этом деле. Я знаю, что только, по-моему, zlib обязательно нужна за IP. Нет, не за IP. Сейчас я вам скажу, какая. Какой-то из этих пакетов обязательно нужен для Joomla. Ну, если вы его забудете отметить, Joomla вам обязательно об этом сообщит. Так что можете не переживать. Нажимаем ОК. 7.20 создался. Добавим 7.4, PHP 7.4. И также включаем кэш. И включаем вот тут все галочки. Нажмем ОК. Общие настройки. Можете оставить вот так. Ну, я обычно ставлю сразу 7.4. Хотя можно 7.2 оставить. 7.2 это типа по умолчанию. И вот видите, кстати, здесь есть галочка «Включить личный веб-сайт». Чтобы включить личный веб-сайт, если вы нажмете на дополнительный, то он вам скажет, какие пакеты необходимо установить, чтобы включить личный веб-сайт. И вот данная опция позволяет локальным пользоваться отличный веб-сайт с помощью выгрузки веб-страницы с самой созданную папку 3W, да, про которую я говорил в самом начале, в домашнем каталоге пользователя. Вот. Ну, я этим не пользуюсь, мне это не очень интересно, но имейте в виду, что так тоже можно. Так, версии PHP у нас установлены, и давайте создадим наш первый виртуальный хост. Создать. Давайте я тут напишу тест .ru. Да? И тут у нас есть выбор. Мы можем выбрать, как заходить на сайт, по имени хоста или по вашим портам. Ну, я выбираю имени хоста, потому что портам, ну, вы не объясните никогда DNS-у, что ваш сайт находится там-то, на таком-то порту. DNS знает только о том, что какое имя к какому IP-шнику привязано, да. Дальше выбираем, ну, сервер Apache, допустим, 2.4 и версию PHP 7.4. Вот это можете включать или не включать, это по вашему усмотрению, но я это пока не включаю. Для теста этого не нужно. Жмем ОК. А, забыл выбрать корневой каталог. Да, это, кстати, очень важная вещь. В корневой каталог выбираем в папке Web.
создать папку. И тут пишем тест. Ну, тест, допустим, напишу GGM. Ну, это будет тест Joomla. Окей. Тест Joomla выбрать. Окей. Он нам говорит, что он сделает необходимые права на папку, чтобы все хорошо работало. Но этому не верьте, это неправда. Сейчас я вам покажу. Нажимаем. Да, потому что если нажать нет, он не позволит вам ничего дальше сделать. Итак, сайт создан. Дальше мы открываем наш файл Station. Он уже был открыт, я нажму кнопочку обновить. Вот моя папочка. Жмем правой кнопкой. Свойства. Разрешение. И здесь, видите, он добавил HTTP на чтение. Ну, я не понимаю, зачем он это сделал. Ну, это надо удалить. Вот такие разрешения должны быть. Кстати, и вот это надо по-хорошему удалить. Ну, это мы удалим вот здесь. Да? Вот это только для чтения нам не нужно. Тут не надо на самой папке веб, не надо ставить прямик данной папки. А то вы перезатрете вот эту папочку phpMyAdmin, и он перестанет у вас работать. Дальше, что нам нужно сделать следующее. Нам в папку test.gem надо положить нашу скачанную Joomla. Она у меня уже скачана, я сейчас ее скопирую. Вы можете ее скачать. Вот, у меня такая версия. Я нажимаю копировать. Joomla, ставить. И здесь я ее распакую. Извлечь текущую папку. Итак, все разархивировалось, уже исходник можно архив удалить. Отлично. Теперь нужно отредактировать файлик host. Можно либо на вашем роуте прописать DNS, либо купить какое-то доменное имя. То есть, если вы купите доменное имя, то вы будете ходить по доменному имени. Надо объяснить нашему сайту, что на веб-стейшн, ну, вашему компьютеру, что ваш сайт test.ru находится за таким-то IP-шником, да? Ну, мы как бы имитируем DNS, грубо говоря. Файлик надо редактировать C, Windows System 32, Drives, etc, host. То есть мы тут пишем IP-адрес и доменное имя. Сохраняем. Дальше переходим на наш сайт test.ru. Не открылся. Отлично, мы попали в интерфейс установки Joomla. Давайте начнем. Название сайта. Ну, я напишу test.ru. Мой сайт на Joomla. Email введем. Логин администратора. Ну и пароль администратора. Нужно придумать сложный пароль. Имейте в виду. Также вы можете включить или выключить ваш сайт. Я его оставлю включенным. Нажмем далее. Дальше он попросит у нас подключиться к базе данных. Для этого как раз нам и нужен наш phpMyAdmin. Мы заходим. Залогинимся. Пароль должен быть у вас записан. Это пароль от вашей базы данных, который вы от MariaDB, да? Попадаем. Учетные записи. Добавить учетную запись. Тут пишем. Тест GM. Ну, вы можете любой другой. У меня будет пользователь тест GM, да? Имейте в виду, что имя хоста надо любой хост, вот это поле оставить как есть, иначе не подключитесь потом к вашей базе данных. Не знаю почему, обычно тут localhost всегда пишется, но именно на Synology это не помогает. Пишем пароль. Подтверждаем.
И надо поставить галочку «Создать базу данных с таким же именем» и предоставить на нее все привилегии. Все. Жмем. Вперед. База данных тест. По-моему, GM должна быть, да? Или LM у меня. Что-то странно. Ну, если не подключится, отправим. А, я же ее скопировал. Имя базы данных тоже я скопировал. Пароль. Вводим наш пароль. И вот тут, когда вы ведете localhost, он у вас заругается. Я оставлю, конечно, это все в описании. Надо ввести вот такую вот фразу. Не знаю почему. Я долго искал и пробовал. Но вот так вот вы сейчас увидите, заработает. Префикс можете поменять, можете оставить как хотите, и если вот эти вот поля, если это новая база данных, можете менять, можете не менять. Это на ваше усмотрение. Жмем далее. Теперь он вам говорит, вы должны подтвердить, что это вы. То есть вот этот файлик надо в директории install удалить. Переходим в DSM, File Station, переходим в директорию install вашего сайта, где как раз уже находится ваш этот файлик. Удаляем его. Файл удалился. Заново вводим пароль. Жмем далее. Все. Сайт, можно сказать, готов. Ну, давайте попробуем закачать демо-данные. Проверяем, что здесь все у нас отлично. Что все да-да-да-да-да, как положено. И нажимаем кнопку «Установить». Начинается установка Joomla и демо-данных. Также можно установить языковые пакеты. Как бы сама Joomla уже установлена, да? Давайте установим. Такие базовые вещи лучше делать на этапе установки, мое мнение. Тогда будет все более корректно, что ли. Готово. Язык панели управления русский. Язык сайта русский. Далее. Отлично. Теперь нам надо удалить директорию install. Почему-то кнопочка не удаляется, поэтому мы переходим, да, на наш сайт. И директорию installation удаляем. Она удалена. И переходим в панель управления. Здесь нам надо ввести наш логин, пароль, который мы придумывали на этапе установки Joomla. Готово! Итак, Joomla установлена, давайте ее даже обновим. Установить обновление. Вроде качал самую последнюю версию, но, как оказалось, не совсем. Ну, вы увидите сейчас, что система управления Joomla, она работает, то есть она устанавливает всякие обновления на вашем Synology, все как на обычном хостинге, также по доменному имени можно заходить, там либо, ну, естественно, если вы только у себя в хост пропишете файлик, только вы сможете на нее зайти, больше, в принципе, никто не сможет на нее зайти. Ну, если вы пропишете в DNS, либо где-то купите свое доменное имя и укажете IP-адрес, да, то все, успешно обновлено. Отлично. Давайте посмотрим наш сайт, как он выглядит. Вот, пожалуйста, наш сайт. Он уже готов. Да, все остальное вам, ну, это уже Joomla. Дальше уже изучайте ее и так далее. Теперь закрываем Joomla. Теперь давайте займемся установкой WordPress. Открываем наш виртуальный веб-стейшн. Создать сайт. Пишем. test-vp.ru. Выбираем каталог. Test-vp. Отлично, выбираем Apache
и PHP 7.4. Вроде все правильно, жмем ОК. Опять это окно, которое зачем-то выходит и пытается сделать что-то хорошее, но в итоге получается только хуже. Ничего страшного, жмем да. Тем более выбора у нас нет. Бывает, кстати, вот так подвисает. И кажется, что ну что-то зависло. Жмем вот так. И потом вот так. И все, все работает. Отлично. Опять переходим на наш файл Station. И у VP, как мы уже, я уже говорил, меняем разрешение. Удаляем вот этот HTTP, который добавился сюда. По ошибке. Отлично. Готово. Теперь нам надо наш WordPress туда закачать. Вы можете скачать его с официального сайта. Он все бесплатно скачивается. У меня уже просто скачано. Вашу директорию TestVP. Разархивируем. WordPress зачем-то в папку архивируется. Ну, подправим это дело. Вырезать. То есть все должно лежать в корневом каталоге. Ну, желательно. И, соответственно, вот этот архив и самую пустую папку WordPress можно удалить. Готово. Теперь идем, как мы назвали сайт? Test-vp.ru. Идем наш сайт-хост. Проектируем его. Кто пропустил Joomla, я еще раз говорю. Это либо делается на хостера, да, test.vp.ru, либо на вашем личном DNS-сервере каком-то. Он может быть встроен в ваш модем или в роутер, либо вот так, как я. Ну, так как я, будет работать только у вас лично на компьютере. То есть вам придется на все компьютеры, на которые хотят заходить на этот сайт, делать вот так. Ну, то есть по-хорошему надо делать DNS. Окей, сделано. Копирую название. Перехожу на наш сайт. Только что создан. Должен открыться. Отлично. Он открылся. Ну, тут нам надо как ввести логин, пароль, базы данных, саму базу данных. Для этого переходим в phpMyAdmin. Учетные записи. Создаем учетную запись. Тест VP. Скопирую-ка я ее. Имя хоста любой, иначе не будет работать. Придумаем сложный пароль. И самое главное, ставим галочку создать базу данных с таким же именем и паролем. Все, вперед. База данных вроде как создалась. Отлично. Идем опять на нашу страницу инсталляции WordPress. Имя базы данных такое. Пароль от базы данных такой. Точнее, не пароль, а пользователь. Пароль. Так. И сервер базы данных. Я уже нужно скопировать. У меня в подсказках такой путь к серверу. И префикс тут уже как хотите. Можно даже вот так поставить. Тест VP. Да? Все, проверяем. Все в порядке. Запустить установку. Название сайта. Test-vp.ru. Имя пользователя. Ну, у меня такое. Пароль. Ваш email. Ну и разрешить индексировать ваш сайт или не разрешить. Ну, давайте оставим как есть. Установить WordPress. Отлично. Все установлено. Жмем войти. Логинимся. Пароль и логин вы придумали сами на этапе инсталляции WordPress. Пожалуйста, WordPress готов. Давайте проверим обновление. Кстати, обновление работать не будет. Выскочит вот такое
вот такая вот ошибка или как, настройка. Вот если вот такое у вас выходит, вам надо сделать следующее. Копируем из моих подсказок такую вот штуку и правим файлик wp-config. Отредактируем с помощью текстового редактора. Желательно текстовый редактор с поддержкой UTF-8. Вот, вставляем эту фразейку. В код этот, так скажем. И загружаем страницу. Жмем обновить плагин. И магия, плагин обновляется. Отлично. Так, давайте еще обновим наши, чтобы убедиться, что точно все работает. Обновить темы. Ну, то есть, теперь вы можете устанавливать плагины, темы, там, шаблоны, я не знаю, все, что хотите, можете устанавливать, как с интернета, так и закачивать сюда. Это все работает. Ну, и давайте посмотрим на наш сайт. Вот так он выглядит. Сайт на WordPress. Ну, естественно, вы можете поставить какой-нибудь шаблон, поменять его, установить и пользоваться им. Давайте вот активируем шаблончик, вот этот. Активировали, посмотрим. Пожалуйста, все поменялось. Ну, естественно, это базовая установка, тут ничего такого нету. Вот так, я в принципе показал, как, какие пакеты надо установить для работы WebStation, как их настроить, как установить Joomla, как установить WordPress. Вы сами видели, что все работает. Можно, то есть через файл Station редактировать, через FTP редактировать, как по старинке на всех хостерах. То есть это уже дело ваше. И небольшие особенности, да, к подключению к базе данных и так далее. То есть, в принципе, вроде бы все. На Synology можно развернуть свой хостинг, развернуть свои сайты. Вы видите, сайтов может быть очень много, да. Ну, естественно, вы должны понимать, что все зависит от нагрузки на сайт. То есть их может быть тысячи, а заходить на них будет один раз там в час. А может быть всего их два или три, а заходить на них будет тысячу там в пять минут, и, соответственно, нагрузка будет земля и небо, да. Вот. Поэтому все зависит от нагрузки. Не знаю, может быть, следующее видео сниму, как тестировать нагрузку, как бы у меня опыт в этом есть, тестировать нагрузку на непосредственно процессор, ну, на сам сервер, да. Наверное, я все-таки сделаю это, но уже попозже. На этом видео заканчиваю. Все, что вроде хотел, рассказал. Всем спасибо. Всем пока.